Всем привет! Сегодня у нас распаковка LOL конфетти, которая также взрывается. Качество третий вид, который к нам приходил. Первый, напомним, это ББ. Второй в закрытой коробочке. И это третий. Вот его артикул. Начнем. Так, раз слой, наклеечки. Второй слой, опять наклейки. Так, третий. Ничего вроде нету. Ну, начинаем так же вскрывать, как прошлое. Здесь бутылочка. Пакетик розовенький. Что здесь? Кофточка, платьице, что-то какая-то одежда. Так. Ниточка, за которую тянуть, чтобы все взорвалось. Ободочек. И последнее. Опять розовый пакетик. Так, там очки. Ну вот, даже толком не срывается. Качество 3, самое дешевое качество. Кукла здесь, конфетти. Рекламки. Ну и вроде все. Конечно, сильно отличается качество от ББшного. Даже от качества 2 сильно отличается. Кто гонится за ценой, пожалуйста, кому хочется отличный вариант куколки, тогда, конечно, ББ или качество 2 берите. Спасибо, что были с нами. Выгоднее.ру. До свидания.